Я вас категорически приветствую. Сегодня понедельник, а значит, пришло время новому уроку. Но сегодня не просто понедельник. Сегодня понедельник вышел на 1 января. Первый понедельник года. Новый год! Поэтому мы посмотрим песенку из репертуара группы «Ляпис Трубецкой» «Метелица». Понятия не имею, что показывать вам припев, куплет. Там все просто, поэтому покажу вам поближе, как играется вступление, бриджи, и поделюсь, как я играю соло данной композиции. Значит, смотрим ближе, играю медленнее, чтобы можно было что-нибудь там посмотреть. Итак, медленно, но верно разбираем вступление. Поехали. Мы с вами посмотрим бридж после припева. Играется он так. Осталось соло. Здесь в этой песенке есть еще модуляция на тон выше, трансплантация. Си минор. Значит, поехали. И раз, два, три, четыре, раз. И на закуску кода. Вот такая вот песня. Пускай же перед вами никогда в жизни не закрываются никакие двери. И у вас всегда, чтобы хватало бабок и на пятое, и на десятое. С Новым годом, друзья! Я Руслан Владыка, группа Трубецкой. Ура!